Здравствуйте, дорогие друзья! Весы, видите? Значит, что у нас будет? Будет отчетное взвешивание. 3,5 месяца. Но на самом деле будет, конечно, танцы с бубнами. Я, честно говоря, не верю, что это возможно. Вот. Как все правильные блогеры, мы, конечно же, поменяли подстилку к этому мероприятию прекрасному. Нет, на самом деле требовалось уже заменить немножко. Сашка сегодня чистил все. Видите, такое ощущение, правда, что выгул достаточно себе и ничего, так выглядит. О, вон она, индюшара, вы видите? Индюшара прячется в тени березы. Ну хорошо, хотя бы не в моей тыкве, это уже радует. Конечно, не без маленьких неприятностей, кому-то там перо маховое выдрали, кому-то там еще что-то. Да, мои-мои, привет, мои-мои, это вам не гуси, они убегать не будут, да? Это не гуси. Вот, видите, вот здесь маховое перо на крыле выдрали, и давай дощипывать дальше. Вот моя девочка с голой шейкой. Она была после комариного укуса, помните, ей голову разорвали. И никак у нее шея не может обрасти, потому что малолетки, вот эти маленькие индюшки, эти породные, постоянно ей эту шею обклевывают. Синяки в самом разгаре своей формы. 3,5 месяца. Хайбриды и биги. А вот вот крыло, вот которое я помазала этим. Я уже даже не помню, это CD3 это с маслом или это деготь, не помню точно. Но что-то из этого двух, из этих двух веществ. Кстати, действия практически подобные. Милая, ты у меня чего прихрамываешь слегка? Так, прихрамывает. Вот, всегда надо внимательно смотреть за своими индюками. Вот если она прихрамывает просто потому, что ножку наколола, это одно. А если она прихрамывает, то смотрите, даже просто сесть нельзя, вот вторая начинает ее в башку клевать. Вот что это такое? А клювы очень острые. Ты какой красавец. Ты что, за мной ухаживать подходишь? У тебя есть все шансы. Ты просто потрясающий, очень красивый индюк. В самом расцвете сил. Пока еще не было замечено их активность по отношению к самкам. Но 3,5 месяца, это, конечно, еще и рановато, наверное. Но к 4 вот месяцам они уже вот-вот должны. Самки некоторые уже приседают. Всем привет! Вот птица. Ну ты так-то вот прям не красуйся, то я здесь самый красивый. Но это самое. Ей сегодня 14 недель или 3,5 месяца. Что? Давайте про пропойки, правильно. Так, значит, у нас получается в 2 месяца, если вы помните, они у нас употребляли метронидазол 5 дней. Подряд. После этого я им давал Витом 1-2 пробиотик, чтобы восстановить ЖКТ. Вот, очень мне понравилось, как он работает. В общем, нам он давно нравится. Плюс, значит, с 2 до 3 месяцев я им давал курс пропойки витамином Гаматоник 7 дней. Пили они у меня Аква-Д-Трим. Где-то 2 или 3 дня, я точно не помню. Вот весь тюбик я выпоил. Все птицы, вот, которые здесь, которые на выгуле, которые там вот в теплице. Вот, параллельно, значит, Аква-Д-Трим у меня был с ракушкой и с кормовым мелом. То есть, для поддержки скелетного аппарата, ну, костного аппарата. Так, давал я им где-то 2-3 раза в неделю утром профилактически. Ну, просто для, скажем так, самоуспокоения единол. Вот, не знаю, работает он, нет. Короче, я давал. Вот, 2-3 раза в неделю. Да, когда были дожди. У нас тут потоп был, заливало. В общем, короче говоря... Пипец, но это отдельная тема для разговора, тут уже потом. Вот, значит, далее по индейке. Что ест, она у нас сейчас уже финиш. У нас коронарост закончился, поэтому раньше положенного перешли на финиш. Вот смотрите, здесь указано, что финиш идет с 18 недель. Я с 14, грубо говоря, чуть раньше 14 недель начал давать им финиш. Скажу сразу, что пуриновские сидят на росте. Рост у нас есть для них еще. Вот, то есть, пуриновские, скорее всего,
как по их вот методичке, по их программе, наверное, перейдем в срок. Ну, посмотрим, короче, как у нас по мешкам будет получаться. Докупать я ничего не хочу, потому что уже просто они обожрали, вот честно. Вот эта группа и группа, которая на выгуле у нас, да, вот там вот через стенку обитает и ест южную корону, едят в сутки практически мешок. Чуть остается от мешка. Так что, вот такие вот они. Ты это, давай, не надо. Проблем захотел, что ли? Вот, короче говоря, это у нас по пропойкам. А, траву, значит, они получают периодически, когда у нас позволяет погода на улице, я им кашу сюда кладу. Лена салат сюда, да, давала им. Сейчас кабачки пошли, я кабачки им сюда режу, кладу, как бы. То есть зелень, они какую-то у нас витамины какие-то естественные потребляют. Мы сейчас попробуем их взвесить. Не знаю, получится, нет. Или скорее они весы нам быстрее сломают, чем мы их взвесим. Ну, короче, будем пытаться. Так, табличку я не принес, забыл. Сейчас принесу. Что, все рассказал? У тебя какие-то есть дополнения? Есть. Я хочу сказать, что... Подожди, на, говори. Посмотрите-ка, одни мужики. Вы представляете, как вот они расфуфырили, сейчас видно. Даже те, кто вот сидят там, этот самый, поднимая загривок. Все мальчики, это ужас какой-то. 5 или 6 девочек. 6 девчоночек, да? Вот одна... Вторая. Вот за ней вторая. И вот там вот вон 3, у 4, стеночки. 5, вот вижу. Все. 5. Все. 6, 6, вон шестая. Да, 6 штук. Вон хвост, да, щипет. И вот, вы представляете, все остальные. Зато в теплице у нас вот в Пуриновской у нас получается практически одни девочки, да? Нет, там что-то. Нет, 4 есть? Мальчишки. Ну, короче, девчонки все там оказались. И на улице. И на улице девочки тоже есть, а да. Здесь остались мужики одни. Вот что ты будешь делать? Ну, так получилось. Но мы постараемся все равно сделать эксперимент чище, потому что мы посчитаем все-таки мальчиков как мальчиков, девочек как девочек в отдельности. Переходим к рубежу в 3 месяца. В 3 месяца я им дал еще одну пропойку метронидазолом, 5 дней. Из расчета, значит, сейчас вспомню, 0,5 грамма на литр воды. Да. То есть у меня получалось где-то по 250 миллиграмм на одну особь. Ну, если перевести это вот по таблеткам, то есть это одна таблетка 250 миллиграмм действующего вещества метронидазола на одну голову. Вот. А почему давал? Ну, давал я для, так скажем, подстраховки, потому как помет нет-нет, а особенно тогда вот к 3 месяцам, когда у нас здесь дожди прекратились, вот пометик мне не нравился. Вот. И еще был звоночек такой от нашего клиента, который... покупал эту птицу, ну, еще цыплятами, птенцами, да, маленькими индюшатами. И у него две особи, короче говоря, на выгуле, которые находились, у него птица на выгуле росла. Он их потерял, в общем, они сдохли. Вот. Он их не вскрывал, не скрывал, но подозрение по симптомам и вот по рассказам его было как раз на гистаминоз. Поэтому мы решили перебдеть, как говорится, и... пропоили метронидазолом. Все, это последняя пропойка метронидазолом. И вообще, я думаю, что больше мы им не будем ничего не давать там, да? Ничего не будем, вернее, давать, кроме корма и ракушки с кормовым мелом. Так, давайте пробовать будем сейчас взвешивать. Не знаю, что из этого выйдет. Так. Ищем кого? Ищем с черными кольцами. Кого? Кто попадется? Ищем. Нас вот он. Кольцами. Вот первый, да? Вот. Так, иди сюда. Да, ребят, его походу... Это уговоры, только уговоры, постоять на доске и аккуратно. Походу не получится сюда завесить. Ну слушай, зачем ты меня пачкаешь-то, а? Я же все равно тебя взвешу. Давай, давай. На середину, вот. Все. Отпустил. 17. Так, все, показывай, что... Здесь доски, на доску ты наступаешь и меняется что-то, пока он стоит. Ну, 17, грубо, да? 17. Так, это кто у нас? Это Биг. Отходи. Это мальчик Биг. Он отходи. Он не хочет. Ну, отходи. Так, слушай, получилось, да, вроде?
Ну, единственный один. Так, дальше стоять. Мальчик Биг. Теперь мальчик-конвертер нужен нам. Вы так расфуфырились, я вообще кольца не вижу за вашим оперением. Вот девочка, я вижу, сзади тебя стоит. Девочку потом. Смотри, потом потеряем опять. Пока силы меня не оставили, нужно мальчика взвесить попробовать. Ты видишь? Пока это, нет. Вот это вот, которого взвешивали сейчас? Нет. Взвешивали вот здесь, который. Вот он. С кольцом? Да. Без этого, без белого, вот, да? Без белого. Так, надо немножко его утомить. Так, хорошо, бои без правил. Так, отходи. Так, тихо. Ребята, крыло 18. Блин, сломает все-таки кто-нибудь весы на меня, чувствую. Потому что это весы, конечно, не для взвешивания слона. Ты успела что-нибудь заснять? Не знаю, по 18 было. 18 было? Сейчас, ладно. Хайбрид-конвертер. Подожди, еще раз я попробую. Это хайбрид. Это хайбрид, да. Крыло. Так, стоять. Тихо-тихо. Короче, мы расстроены. У нас индюк практически кажется, что сломал весы. Погнул платформу там, штырьки. И мы понимаем, что это только начало взвешивания. И сейчас будет, возможно, если не доломали, то доломают впредь. Но мы не можем, блин, не взвешивать. Так что... Так, девочка кто? Биг. Девочка Биг. Отпустил. 11,785. 11,780. Так, у девочек попроще взвешивать. Так, это девочка хайбрид. Десять семьсот десять. Так, все, взвесили. Фу. Так, давайте сейчас это на улицу быстренько попробуем там. Напоминаю, снова же у нас кольца на лапах, поэтому на улице тоже нам нужно найти тех индюков, которые с колечками. Хайбриды мальчик-девочка и биги. Самец-самка. Идите ко мне. Идите сюда. Та-та-та-та-та-та. Идите сюда. Давайте. О, изловил кого-то. Мой. Так, монстра тащит. Так, все внимание на весы уже. Весы по нулям. Тринадцать пятьсот тридцать. Все, аккуратно снимай. Вот этот маленький какой-то, хотя помечен, это биг. 13,530 маленький? Да. Сколько? 13,530. Маленький, ну те были по 17-18. А зато вон он какой, этот самый, гибкий и прыгучий. О, заломал кого-то еще. Это хайбрид, да? Да. Мы веса не сказали, сейчас я скажу. Есть по нулям? Да. Быстрей. 17,420 пусть будет. 17,420. Все. Фу, блин, мне. Ребят, там будет плавать плюс-минус 10-15 грамм, но это же не суть дела, правильно? Так, теперь две самки. Оп. Ну, конечно, самку-то вот так вот заломать-то просто. Очень крикливые. Сашка, аккуратненько. Ну, по нулям все. Все. Села. 10-110. Это был кто? Два кольца. Биг, да, два кольца. Так, биг, видите, среди самцов здесь стоит, еще самку надо выхватить. Ты видишь? Нет, не вижу. Она может... Саша, а может быть в этом? А, вот она, я вижу. Точно не без двух колец? А, да, с одним. Знаешь, почему не вижу? Почему? Нет. Кольцо свалилось, кольцо, да, почти? Почти свалилось. Сейчас.
Саш, только сейчас аккуратно. Сейчас я поправлю. Пальчик выскочил, да? Да. Страшно тоже им затягивать кольца плотнее. Можно не заметить, как нога вырастает из кольца. Так, по нулям. Сядь. 10440. Все. Пурина, давай. Самцы есть крупнее. И крупнее того, что 18 весил, и крупнее уличных тоже есть. На улице же крупнее уличных, которые взвешивали. Но мы договаривались с вами метить их кольцами, поэтому взвешиваем окольцованных. Будем показывать вам все веса, когда будет забой. Так, не показали. Вот пуриновская индеечка. Ну так даже на... Саш. Просто на вид. Он на тебя шипит? Не знаю, на кого-то шипит. Вот с этой стороны. Давай, да. По нулям. Ноги что там? Не вижу. Он на край встает, получается. Чуть его вперед к забору. Ну все, подожди. Быстрее. 15500. Пускай 15500. Руки покажи, что я не держу. 560. 15560. Так, а что его выкинуть надо сюда? Все, по нулям. Так, подожди, это биг, да? Стой. Тихо, Саша. Показывай кольца какие-то. Да, все укольцованы весь. Это биг. Так, теперь конвертер. Так, конвертер с кривыми пальцами. Конвертер что? С кривыми пальцами. С кривыми, да? Да. И вот у него проблемы с ногами. Да, я видела, кстати, у него, да, одна нога. Вот, смотрите. Мне кажется, начинается сустав. Видите, увеличен сустав. Да. То, что походу мы его это... Будем убирать вместе 4, с девочками. Да, с небольшим. Загони обратно. Зашли. Слушай, надо было поясок одеть. Надо было. Поясок надо было одеть, да, ставь. Все готово. Тихо, лапа выше. Вот. Все, сиди. Все, отпустили. 15850. 15. Показывай, что я не держу. Ты не держишь, что понятно, у меня вес плавает. 15, ну пускай будет 850, давайте. Так, это конвертер. Конвертер. Заходь. Так, вон девчонка. Теперь девочки пойдут, самки. Там весы проверь по нулям. Да, все по нулям. Одиннадцать 905. Вот отлично, все бы так взвешивались. Это биг. Это самка биг. $11,325. Ее покажи. Так, кольцо без белых, да, колец? Черное, да. Кольцо одно. Это хайбриды. Итак, друзья, давайте подведем итог. Смотрите, по таблице в 14 недель вес самцов должен быть 13,05 килограмм, а вес самок в 14 недель 9,45. У нас превышают, да, причем, ну, нормально так превышают. Самцы 17,18, да, килограмм у нас. Ничего себе, что, на 4 килограмма больше получается норматива. Это нормально так. Так, и, а здесь сколько они весили? 15, да? И 17. 15, ты что, у меня же контузия, когда я снимаю, ничего не видно. Ну, короче, мы в табличку все сведем. Лена сведет в табличку в конце видео все веса. Все веса у нас
чуть, не чуть, но где-то чуть, где-то не чуть, как бы, да, выше табличных. Это радует, по-моему, на короне веса выше, да, по-моему. Но это в таблице будет явно видно. Так, друзья, это последнее взвешивание индейки в живом виде, да, потому что весы практически сломали они нам. Следующее взвешивание индейки будет происходить уже в виде тушки. Ну, сами поймите, это нереально. Ну, у нас таких больших вот овощных весов советских нет, где можно как-то более-менее безопасно для весов их взвесить. Поэтому следующее взвешивание уже будет в виде тушки. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что этот ролик был вам полезен. Подписывайтесь, жмите в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если вы будете смотреть рекламу, то вы нас поддержите. Сделайте репост еще лучше. Всем пока. Но пасаран. Еще раз. Вы ужасные. Даже сметана смутилась. Лай. Отбой! Очень смешно. Попробуй полай после отбоя. Ты смотри, тишина. Два раза полай. Подъем! Это развлечение, да? Такое местное сельское. Слушай, странно, что еще люди с этого села не ходят к нам дразнить индюков. Очень смешно. Пошли гусей вытаскивать. Пока светло, Саш. Светло еще.